Добрый день, уважаемые гости нашего круглого стола, спикеры, как мы вас называем. И добрый день всем тем, кто подключился к нам сейчас в интернете, наблюдает за нашим мероприятием. Тема нашего круглого стола – какой учебник информатики нужен в школе? И в рамках данного круглого стола, я надеюсь, мы найдем все-таки ответ на этот вопрос. Ну, может быть, по крайней мере, приблизимся к этому. Какие аспекты будем рассматривать? Ну, хотелось бы коснуться содержательной стороны учебника, да, какие содержательные линии должны быть в этом учебнике, может быть, в каком виде сам учебник должен быть представлен, может быть, информация в этом учебнике в каком виде должна быть представлена. Ну, какие-то вот такие вот вопросы сегодня в нашем диалоге, я думаю, мы с вами рассмотрим. Возможно, те гости, которые наблюдают за нами в интернете, тоже будут присылать вопросы. И если у нас будет время на них ответить, значит, будем стараться ответить и на них. Прежде чем начнем наш диалог, мне хотелось бы представить гостей нашего мероприятия. Ну и вот начну, значит, по правую руку от себя. Людмила Леонидовна Босова, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики обучения математики и информатики Московского педагогического государственного университета. Автор целого ряда учебников информатики, как для основной школы, так и для старшей. Дальше у нас Александр Владимирович Геглавый, заместитель директора по развитию школы 1533 ЛИТ. Вот такая известная у нас школа есть. Далее у нас Игорь Вячеславович, руководитель, сейчас даже прочту, чтобы не перепутать всех, значит, наименований, руководитель образовательных программ фирмы 1С, координатор рабочей группы кадры для цифровой экономики и совета по профессиональным квалификациям в области IT. И на третьем диване у нас с вами представитель авторского коллектива еще одного учебника информатики для 10-11 класса. Это у нас доценты МГУ Алешина Анна Валентиновна и Булгаков Андрей Леонидович. Извините. Вот послушаем и тоже их с их точки зрения, потому что если у нас Людмила Леонидовна яркий представитель именно педагогического сообщества, который непосредственно имеет отношение к школьной информатике, то вот эти вот у нас авторы, они немножечко как бы в стороне стоят от этой школьной информатики, но вот такой учебник создан. Итак, коллеги. С чего хотелось бы начать? Естественно, мы с вами понимаем, что живем сейчас в таком современном мире, который настолько динамично развивается в различных абсолютно проявлениях этого развития. И если посмотреть, значит, на существует такой атлас будущих профессий, то якобы к 2030 году профессий новых в мире появится порядка 186, то есть порядка 200. Да? И основная масса этих профессий будет связана с IT. А где же наши дети впервые вот так вот осознанно начинают знакомиться с IT-сферой? Конечно же, в рамках школьного курса информатики. Поэтому каким будет этот учебник, какие содержательные линии в этом учебнике будут, очень важно, кого мы получим на выходе. Ну, говорить о том, что школьник сразу после школьной скамьи придет в профессию, ну, как бы не, как правило, такого не случается, тут и вуз задействован в этом процессе. Но мы попробуем поговорить именно об учебнике, потому что все, что касается содержания предмета школьной информатики, все это находит отражение именно в учебнике. И первое, кому я хотела бы предоставить слово, это Людмиле Леонидовне Босовой. Людмила Леонидовна, пожалуйста, что вы скажете по данному вопросу? Да, Альбина Рифовна, умеете вы ставить вопросы? Действительно, школьная информатика – это предмет, который ближе всего к требованиям современного высокотехнологичного мира. И, конечно, хотелось бы, чтобы он как можно более полно готовил бы наших детей к жизни в этом мире. Собственно, вот проходя сюда в университет, была одна замечательная надпись, что суть которой сводится к тому, что мы не готовим детей к жизни, а дети вот в учебном процессе уже, собственно, эту жизнь и проживают. Действительно, это так. Я хочу сказать, что во всем мире
есть такое понимание, что школьная информатика нужна и важна для будущего детей. Все ищут содержание школьной информатики, вот такое, какое оно должно быть, все ищут. Но никто еще вот четко совершенно не определил, что именно это надо и не надо ничего больше. С другой стороны, совершенно очевидно, и у нас в курсе школьной информатики это представлено, у нас есть 4 таких крупных тематических раздела. Цифровая грамотность, куда без нее? С одной стороны, элементы цифровой грамотности формируются всем цифровым окружением, всей нашей жизнью, но с другой стороны, должен быть предмет, который за это отвечает. Поэтому у нас есть цифровая грамотность, у нас есть информационные технологии, когда мы разбираемся как минимум с базовыми информационными технологиями, ну, наверное, хотелось бы что-то и об инновационных технологиях информационных детям сообщать, в том числе и искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, не как инструменты, а скорее как вот непосредственно объекты для изучения, как это устроено. И, конечно, большой блок, тот, который за рубежом называется «Computer Science», то есть теоретические основы информатики, математическая вот такая информатика и алгоритмизация и программирование. Вот это, собственно, все то, на чем стояла наша школа отечественная долгие годы, вот с 85-го года так или иначе все эти блоки с большим или меньшим приоритетом были отражены в содержании. И то, что у нас сейчас присутствует в нашем школьном курсе информатики, и безо всякого преувеличения скажу, и то, что присутствует в любом курсе информатики за рубежом. Вот пока что другого ничего не придумали. Но еще раз повторю, все ищут, пытаются найти вот то замечательное содержание, которое действительно позволит ребенку наилучшим образом влиться вот в эту серьезную взрослую жизнь. Пока что не нашли. Спасибо, Людмила Леонидовна. У меня такой вопрос в свете озвученного вами. Понятно, что мы все в поиске, и этот поиск, он постоянный, и он как бы конца определенного не имеет, потому что чем больше мы знаем, тем мы понимаем, мы больше не знаем как раз. Потому что каждое новое знание приводит к тому, что требуется выяснить еще, а что же за этим знанием стоит. Вопрос такой у меня будет. Значит, вы являетесь автором учебников как для основной школы, так и для средней школы, то есть для старшеклассников. А что вы можете сказать про тенденцию, и она витает уже в воздухе много лет, что учить информатике вот прям целенаправленно, желательно прям вот с начальной школы. Есть у вас какие-то уже перспективные планы на создание учебника информатики именно для младшей школы? Ну, вы знаете, во-первых, я действительно поддерживаю идею, что учить информатике надо, ну, как можно раньше начинать. С другой стороны, у нас есть совершенно замечательные учебники информатики для младших школьников. Прежде всего, это учебно-методический прямо комплект, потому что там и рабочие тетради, и все, авторского коллектива под руководством Семенова Алексея Львовича. Совершенно замечательная такая вот математическая информатика. Немножко другой, больше такой, ну, я бы сказала, гуманитарный, наверное, аспект затрагивается в учебно-методическом комплекте авторского коллектива под руководством Матвеевой Натальи Владимировны. Безусловно, мне хотелось бы тоже сделать полную линейку и тоже сделать какую-то такую свою, наверное, свое видение информатики для младших школьников. И, конечно, я там отдаю приоритет программированию, вот, визуальных средах, вот, потому что я считаю, что как раз развивать вот то вычислительное мышление, которое старается у детей развить сегодня весь мир, как раз надо в младших классах и как раз очень хорошо с помощью такого инструмента, как программирование. Спасибо большое. И перейдем, наверное, вот логически, я считаю, что будет правильно, перейдем к авторам учебника, авторов из МГУ. Это вот как раз ваш учебник информатики 10-11 класс. Что вы можете рассказать про свой учебник? Что вы вкладывали вот в саму идею? И вообще, как вам пришла эта идея вдруг коснуться школьного курса информатики? Спасибо. Ну, хочу сказать, что мы как вузовские преподаватели встречаемся как раз с выпускниками школ, получаем учеников с определенным багажом знаний по информатике. И на самом деле вот мы видели достаточно существенные пробелы, которые им мешали учиться, да, и осваивать экономику, юриспруденцию, другие науки, для которых тоже информатика востребована. Потому что
в финансах, информатике, информационной технологии. Это вот один из базовых инструментов, которые используются. В настоящее время, я считаю, очень грамотное, конечно, было принято решение, что принято решение внедрять вопросы финансовой грамотности в разные предметы школьные, в математику, в информатику, в обществознание, что действительно дает возможность получить очень такие практико-ориентированные знания, которые в реальной жизни взрослым школьникам, когда они же взрослыми станут, да, уже перестанут быть школьниками, станут взрослыми, они очень, конечно, нужны. То есть, к сожалению, мы с вами видим большое количество случаев финансовых мошенничеств, это вот в том числе, да, из-за того, что недостаточно все-таки критично оценивают какие-то схемы, которые предлагают. Вот, то есть вот умение вести там семейный бюджет, вот для чего очень просто вот практика, да, ориентированный предмет по информатике мог бы использоваться, да, то есть вот использование технологии, да, чтобы заниматься, то есть оценкой финансового состояния семьи, то есть строить какие-то планы, то есть краткосрочное, долгосрочное планирование. То есть это вот прям вот можно брать и делать, да, и то, что можно прямо в школе показывать и использовать в практической работе школьников, чтобы они уже получали вот такие навыки практического использования своей личной жизни, вот независимо от того, что на работе у них будет, в своей личной жизни использовать информационные технологии вот для таких аспектов. А на самом деле, помимо того, что мы вузовские преподаватели, мы имеем и опыт работы в школе, то есть мы обкатывали наш учебник информатики на вот конкретно работе со школьниками. Вот очень, конечно, вот эти практикоориентированные материалы, которые мы предлагали, то есть кейсы, то есть вызывали всегда большую заинтересованность школьников, им интересно было вот своими руками попробовать сделать, запрограммировать там, например, знаете, у нас там паровозик по разным компьютером бегал, вот имеется в виду, вот с одного компьютера на другой, да, вот перебегал, и просто вот когда они видят на практике, как, что они могут сделать, получить зримый результат, конечно, школьников всегда это вызывало интерес и более глубоко погружаться в эти вопросы. Поэтому на самом деле, конечно, есть аспекты, которые необходимо учитывать при подготовке учебника информатики. В частности, очень быстро меняется в информатике очень много, да, то есть меняются языки программирования, то есть языки программирования, которые там раньше очень активно использовались, там есть исследования, то есть максимум 3 года, да, срок жизни, появляются новые, и это вот вопрос успевать школьным учебникам отслеживать вот эти тренды, тоже прогнозировать, то есть что будет востребовано. Конечно, для этого важно взаимодействовать и с бизнесом, да, то есть что понадобится потом на работе выпускникам школ, да, то есть это тоже учитывать при подготовке практикумов к учебникам, да, чтобы вот ребята вот действительно видели практическое применение, да, то есть все-таки математическая теория, алгоритмы, это все классно, интересно, это база, основы, да, но всегда именно интерес, желание этим заниматься вызывает возможность практического использования, когда они сами руками могут попробовать увидеть, что у них это получается, да, увидеть, что они могут и какие-то программы создать, и они могут пользоваться существующими информационными средами и уже могут выбрать в качестве своей профессии в будущем профессии, связанные с информатикой. Спасибо. Андрей Леонидович, есть что прокомментировать или добавить? Да, спасибо большое. Но я хотел бы рассказать о более практических вещах. То есть как решается задача любая? Первое, ставится задача. Задача ставится экономистами, юристами, парикмахером, кем угодно. После этого в дело вступают те люди, которые занимаются алгоритмами. Это специалисты уровня мехмата, которые пишут алгоритм готовый. После этого идет программа. Программа пишется на каком-то языке. И после этого осуществляется процесс исполнения. На супер-ЭВМ исполнение было, ну, на очень высоком уровне, потому что занимались этим специальные люди. После появления персональных компьютеров, в среде, в которой мы живем, все эти элементы, алгоритмизация, программирование, исполнение, должен выполнять тот пользователь, который сидит вот и своим компьютером. А учебник информатики, который мы писали его по требованиям ФГОСа. Явно устаревшие, во многом непрофессиональные, не побоюсь этого слова, требования, которые прописываются. И наше предложение было бы какое бы? Поставить задачу, функциональные задачи, которые решаются на данном историческом этапе. И рассказать о возможностях решения с помощью программирования этих задач на современном этапе. Вот мы сейчас в рамках нашего института разработали
около 4 направлений, более 1000 функциональных задач, которые мы решаем. Там есть задачи на 1С, это автоматизация, работа по распознаванию образов для парикмахеров и так далее. Все это требует работы с библиотеками. В библиотеке широко распространен, это язык Python. Может быть, еще какие-то языки. И само программирование является, вот именно функциональное программирование, когда мы свою постановку задачи превращаем в алгоритм, очень многие не умеют этого делать. И показать, как это делается, это, наверное, вот, может быть одной из основ программирования. Не обязательно учить человека языку Python, там еще какому-то. Просто поставь задачу грамотно, и все. Плюс еще дополнительно то, что мы хотели расширить, но толком не получилось, неумение работать с самой информационной средой. То есть мало кто умеет грамотно осуществить запрос. Мало кто знает, даже среди преподавателей вузов спрашиваешь, я уж не говорю про преподавателей, скажем так, школ, в каком формате находятся научные статьи. Мало кто может ответить на этот вопрос. Говорят, PDF, там, TXT, еще что-то. На самом деле это не так. Как работать с огромными хранилищами типа GitHub, Kaggle и так далее? Как получать оттуда информацию? И, на мой взгляд, основа учебника, динамичного такого учебника, она должна включать в себя постановку задач и те необходимые современные актуальные данные, которые есть сейчас. Вот, собственно, вот такую часть мы и делаем. Мы думаем выпустить этот учебник, наверное, в конце 23-го, в начале 24-го года. Вот. Аналогичным образом работают испанские школы бизнеса, вот свои же школы и так далее. А не упираться вот эти многие вещи, потому что у нас программирование воспринимается как и операционные системы, и, собственно, само программирование, и языки программирования, и искусство программировать. То есть целый комплекс, там, включая библиотеки и так далее. И когда вот это все вываливается на школьника, он не понимает до конца, что ему делать. Нужно научить его решать несколько простых практических задач. А все остальное должно уже быть дополнительным. Ну, вот наш подход, который мы исследуем. Спасибо. Спасибо, коллеги. Идея ваша понятна, да, вы увидели пробелы и попытались создать такой учебник, который нивелирует вот это вот, да, эти выявленные вами проблемы или пробелы. И, как я правильно вас поняла, в основу все-таки положена идея, что информационные технологии важны, программирование важно, и самое важное, что я услышала для себя, что ваш учебник, по крайней мере, в каком-то приближении все-таки более практикоориентированный, да, вы не просто в отрыве от каких-то профессиональных задач, которые потом впоследствии будут стоять перед выпускником школы, вы попытались вот это как-то привнести в свой учебник. И правильно ли я вас услышала, следует еще очередной учебник? Он тоже будет прям информатика называться? Да, это информатика для школ, для техникумов. Вот. И он будет практикоориентированным учебником. Ваш прошлый учебник, по-моему, 22-го года, да, выпуска? Вот, это сейчас будет очередной. Угу. Хорошо, спасибо, коллеги. Далее, наверное, перейдем к представителю прям школы-школы. Это Александр Владимирович Гиглавый, который у нас, как бы скажем, изнутри знает эту проблему информатики в школе вообще и тех учебников, с которыми школа сейчас вынуждена работать, а может быть и не вынуждена, а прям с радостью работает по тем или иным учебникам. Пожалуйста, Александр Владимирович. Так что мы предложили и получили одобрение работать по модели, которая в те годы не имела прецедентов, аккурат осенью 91 года, а еще точнее в день путча состоялось сканирование, первое вступительное сканирование. И смысл предложения был такой. Мы за 2 года, по предложению вице-президента Академии Велихова, небольшая команда людей из академических институтов получила такое предложение – уехать на летний месяц с лишним в Переславль-Залесский, где уже начинал работать академический институт небольшой, институт программных систем.
и поработать там с теми детьми, которых уже умели активисты в этом институте собирать из разных городов, ну, без замаха на Дальний Восток и Сибирь в те времена, но, по крайней мере, с европейской части дети собрались из самых разных мест. Летний компьютерный лагерь, в котором задача, поставленная Велиховым, была такой: собери таких людей, которые, на которых дети будут смотреть, слегка приоткрыв рот. То есть, если это лингвист, то это лингвисты топового уровня. И действительно, это были люди из команды Залезняка, ну, Старостин тогда еще в самом расцвете был. И те задачи, о которых они разговаривали с детьми, а дети были в возрастном диапазоне, ну, я скажу так, 14-17. Но когда он приезжал, 14-летний, у него за душой был какой-то осознанный в то время маленький опыт, который уже отрефлексирован, все шишки набил. Ну, например, написать программу на фортране, а почему бы и нет? Сел, выучил фортран и написал расчетную задачу. Но когда они слышали постановки задач из уст физиков, лингвистов, инженеров компьютерных, вот эти люди составили ядро тех, кто давал задачи, а технику в последний момент привезли самую современную, на дворе 89-й год, но это были IBM-ские PC-шки. Несмотря на афганские санкции, они добрались до лагеря. Когда мы поняли, что там критическая масса собралась, мы вернулись в Москву и говорим: давайте построим полноценную школу, в которой есть полный учебный план, не с нуля, потому что в те годы, о которых я сейчас говорю, была придумана в 1972 году модель, дополнявшая дворцы пионеров и школы. Она называлась, может, кто-то из вас их вспомнит, учебно-производственные комбинаты, УПК. И были УПК, где детей учили водить грузовик ЗИС-5 по тем временам, были УПК, где подпускали к станку фрезерному токарному и говорили: если будешь аккуратно работать, руки, ноги останутся целы, требуется выточить деталь. Вот. И директор института, в котором я тогда работал, пришел в райком партии, как принято, и сказал: вот наш институт компьютерный, и мы бы хотели так на минуточку готовить и операторов по обслуживанию техники, и программистов. Я скажу, слова вроде правильные, они уже модные. Бог с вами, вот вам здание, вот вам дети. Ну, район Москвы, Юго-Запад, значит, физмат-школы соседние. Вторая, седьмая, 52-я. Они, дети из них, охотно приходили на эти занятия. И наработав опыт работы с ними, мы придумали и описали, выпустили книжку в издательстве «Финансы и статистика», что такое лицей информационных технологий. И это понравилось народу в самых разных городах и разных республиках, куда нас только потом не приглашали. Ну и Сибирь, и Средняя Азия, и Украина, Днепропетровск открыл практически годом позже по этой модели свой лицей. Потом пошли года, в которых наш учебный план не мог нарушать никаких законов общеобразовательной школы, и естественно, что это было основой, но к этой основе на часах, которые любой, подчеркиваю, по действующему законодательству, и сейчас, и тогда, школа имеет в своем распоряжении несколько часов учебного плана, не нарушающего физиологию ребенка, то есть за недельное количество часов, есть часы, на которые учебный план с названиями предметов не распространяется. И это не то же самое, что ребенок приходит после уроков позаниматься в студии там, танцев или пения, или керамики, как вот у нас очень хорошо пошла керамика сейчас у малышей. Это
Есть какое-то бюрократическое название, я сейчас его и не вспомню. Часы, которые школа распределяет, вернее, дает им начинку сама. Их немного, но они есть. И вот в эти часы у нас сложилось три направления того, что называлось, ну, как из названия, информационной технологии. Их много классификаций. Финансисты видят свою сторону дела, и научники видят свою. Просто любители таксономии рисуют их бесконечно. А у нас как-то вышло, что тремя направлениями можно очень хорошо закрыть практически очень широкий тогдашний диапазон. Программирование – да. Второе – тогда мы это называли, тогда самым модным словом, кроме слова «программист», это уже было предметом хайпа, моды, было еще, были всякие сокращения, которые пришли из компьютерного мира. И взрослые люди пользовались сокращением ARM, автоматизированное рабочее место. Рабочая станция, но это слишком длинно произносить. Это, говоря на сегодняшнем жаргоне, это контент технологии. Это может быть и трехмерный контент, и видеоконтент, и какой только, как бы ты его ни называл. Это те данные, которые ты сумел, как некий волшебник, превратить в информацию в неожиданном, в новом виде. И умеешь из этого извлекать пользу, естественно. И третье пришло само собой. Вот это словосочетание «цифровая экономика» стало нашим третьим названием еще с середины 90-х. Потом сказали, цифровизация – это очень важно. И сейчас, когда мы видим, что дети, которые работали в старших классах, потому что мы довольно быстро спустились аж до началки, ну, относительно быстро, но основная вот, часть наших выпускников, их уже около 4000 за все годы, это люди, отучившиеся с 8-го. 8-й, 9-й, 10-й, 11-й. И когда они приходили в 8-й через вступительные испытания, им сразу говорили: информатика в этом году для вас – это основы проектной работы. Курс так и называется – ОПР. Инструментом для проектов вы их освоите по мере того, как будете продумывать саму задачу, решать задачи проекта по очереди. Научитесь и презентации делать, и структурированные тексты писать, записки всякие. И опыт показал, что они хорошо за это берутся и сами иногда предлагают темы, которые у них еще не вызрели, но взрослый учитель или внешний консультант, а в роли консультанта выпускники очень любили приходить и давать такие идеи или помогать с реализацией уже в 8-х классах. И прошло несколько, ну, два десятилетия, наверное. Оказалось, что наша модель имеет нормальное название и заслужила включение в аттестат российского выпускника. Он теперь имеет строчку «Индивидуальный проект». Никуда не уклонишься. Во-первых, ты должен доказать, что ты это делал лично сам, какую-то часть большой работы или все сам сумел. И работал по модели, которая слово «проект» не так просто реализуется, как оно произносится. Этому надо научиться отдельно. Вот то, на чем мы сейчас стоим. А хотелось бы сказать, что эти три компоненты, они живучи, хотя многочисленные конкурсы, которые сейчас появились и появляются, вот сейчас очень интересно развивается то, что называется Национальная технологическая олимпиада. Она начиналась как грантовый проект, и когда ее в свои крепкие руки взяла Высшая школа экономики, то она приобрела такой уже достаточно устойчивый вид. Наши на нее не только смотрят, но и примериваются в ней работать. Смесь двух идей – олимпиада и конкурс проектов. Но так это грамотно простроено по времени, по прогрессу, ну, по этапам продвижения,
что дети активно участвуют. И вот эти три компоненты, смотрите, есть обязательная работа по модели проектов во всех школах России. Есть школьный предмет информатика во всех школах России. И последнее, каждый регион, Москва и Питер не исключение, за последние 3-4 года смогли поставить в школы, ну, если говорить на уровне городов, то десятки тысяч компьютеров. Суммарно по теме под названием, как же она, цифровая образовательная среда, это часть национального проекта образования. И вот на эту часть было выдано 69 миллиардов рублей в 2019 году. И эти деньги превратились в несколько сотен тысяч компьютеров, которые, как мне коллега подсказал, и я с ней согласился, к сожалению, народ бросился на то, что считается модным. Порядочный компьютер должен быть в сумочке, а не на столе стоять. Ноутбуки набрали, ноутбуки, хотя прекрасно понимают управленцы, что ноутбук — это очень скоропортящаяся вещь, в отличие от того, что стоит на столе и имеет приличный монитор. Так или иначе, есть та техника, о которой раньше, еще 5 лет назад, нельзя было мечтать. Есть новый слой школьного знания, который, ну, является нормальным, надежным мостом для предпрофессиональной подготовки. Не в том счастье, что ты выучил, как нажимать на кнопку на станке, а в том, чтобы ты понимал бизнес-процессы. Извините, но это так. Это, ну, название не самое лучшее, но вот оно самое широкое. Это не технологический процесс, где там нужно перечислить, какими инструментами пользуется рабочий или мастер. А это тоже одна из полноправных информационных технологий. Надо сказать, что компания моего уважаемого соседа 1С, она не только свой айтишный вклад дала российской экономике, а она как бы привела на российский рынок за ручку, даже еще на советский, такое важное для практической экономики понятие, как то, что называется франчайзи. Это слово совершенно не было знакомо советским, ну, практикующим производственникам, торговцам. А оказалось, что это продуманная до мелочей технология вывода на рынок нового продукта, на который сразу обнаруживается сильный спрос. И вот по этой тропинке прошла сама фирма 1С и продолжает идти. А сейчас уже все считают, ну как же, этому учат в любом техникуме, в любом колледже, где людей готовят к работе в торговле и сфере услуг. Этим все сказано. Пожалуй, я забрал много времени. Мне хотелось бы на одном закончить, что вот эти три компонента, они входят в зацепление, как в хорошем механизме, очень плотное. Проектный подход к видению мира. Если ты с 8 по 11 сделал хотя бы 2-3 проекта, это ты уже понимаешь, что тебе дальше ожидает. Развитие информатики по нескольким направлениям. Вот, ну, наш опыт показывает, что их всего 3. Предметная линия — алгоритм, контент и экономические приложения. Как ни шути. Вот так. Спасибо, Александр Владимирович. А вы же представитель и руководитель, скажем так, замдиректора не рядовой школы, да, все-таки это лицей информационных технологий. Вот буквально тезисно, в двух словах, у вас есть какие-то пожелания именно к учебнику информатики? Вот чтобы в нем было вот что-то отражено, то, что до сегодняшнего дня в нем не нашло отражения. Я готовился к ответу на этот вопрос, могу сказать сразу. Понимаете, какая штука? Информатика тем и хороша, что она без спроса залезает во все области человеческого знания. Вот она такая всепроникающая. И если поставить перед
А каждый учебник, извините, лишен смысла без задачника. Так вот, роль задачника играет такая коллекция тем проектов, а придумать именно коллекцию тем, чтобы она оказалась, вызывала в детях фидбэк, желание что-то такое сделать, это отдельное искусство, оно тяжелое, очень простое. Но сейчас для этого море материала исходного. Люди, которые проводят конкурсы, это и вы, ну, МГУ проводит знаменитый конкурс «Ученое будущее». Вот он будет через неделю. Там отбор со всей России работает уже третий десяток лет. Много того, что сейчас называется big data, простые русские слова, большие данные, они выпрыгивают из-за каждого угла совершенно неожиданно, и их много. Если на них напустить аналитика сначала, а потом придет человек с опытом автора задачников, то получится вот так. Соглашусь с вами, да. Все верно, все правильно. А мне это тоже близко, эта позиция. И Александр Владимирович сам того, может быть, не замечая, сделал такую подводочку к тому, чтобы мы дали слово следующему нашему гостю. Это Игорю Вячеславовичу, который у нас является руководителем образовательных программ фирмы 1С. Добрый день, коллеги. Я полностью согласен с тем, что нам действительно очень важно детям зародить интерес к области информатики и информационных технологий в рамках общеобразовательного курса информатики. Действительно, понимая, что в основном информатикой интересуются те люди, которые потом будут заниматься ею профессионально, тем не менее этот курс является общеобразовательным, и нам вот очень важно такую грань соблюдать, чтобы и те дети, которые потом будут заниматься другими вещами, да, вот как была упомянута цифровая экономика, то есть у нас информатика на самом деле сейчас присутствует в самых разных направлениях. Вот, наверное, слышали сейчас в вузах проект «Цифровые кафедры», когда мы обучаем не IT-специалистов программированию, но тем не менее нам важно, чтобы это вызвало интерес. И, конечно, если учебник будет этому способствовать, это было бы классно. Второй момент уже с точки зрения прихода тех, кто будет из предмета информатики выбирать информатику как свой будущий путь, нам важно, чтобы ребята изучали программирование, чтобы они понимали, как от задачи, да, то есть получается алгоритм, из алгоритма получается программа, чтобы было вот и основа математического моделирования, чтобы в голове были и алгоритмическое мышление. И все это хорошо ложится на действительно 10-11 классы, когда ребята уже определились со своим выбором, в том числе на ЕГЭ. И важно, чтобы программирование у тех детей, которые дополнительно изучают, мы, естественно, понимаем, что те, кто выбрали информатику, они не ограничиваются рамками школьного курса, они идут получать различные сейчас существующие возможности дополнительного образования. Вот сейчас большой федеральный проект «Код будущего», когда бесплатно можно осваивать информатику. Кто-то идет и на платные дополнительные курсы. А дальше они приходят на урок информатики, и там проявить вот это свое умение программирования и получить за это дополнительные баллы, вот это было бы классно. Причем не только получить за то, что ты умеешь код написать, но и другие этапы разработки, потому что ведь на дополнительных курсах они их учат и тестировать программу. А можно получить пятерку за то, что ты программу протестировал в информатике? Вот это было бы тоже очень важно прямо в учебнике написать. А теперь вот оттестируй, обрати внимание на это там. Мы как раз сейчас, участвуя в проекте «Урок цифры», оно «Цифровая экономика», решили в этом году провести урок цифры по технологиям тестирования, рассказать подробно, как вот по техническому заданию тестировщики работают, чтобы тоже обратить на это внимание. Такой сложный вопрос – это выбор языка программирования для обучения. Да, вот есть учебный язык «Паскаль», с ним вроде бы легко просто разобраться, как это работает. При этом существует точка зрения распространенная, что надо учить в рамках школьного курса также и промышленным языкам программирования. И вот выбрали Python, который вроде бы промышленный, легкий для изучения, и все бросились изучать Python. Ничего, в общем-то, сильно плохого в этом нет. Проблема в том, что еще у нас на ЕГЭ разрешены C++ и Java, а доля тех, кто сдает ЕГЭ на C++ и Java, менее процентом, ну, может быть, в сумме 1.5% сдающих не на питоне. Почему?
Ну, во-первых, потому что задачи ЕГЭ сильно ориентированы на Питон. Но не только поэтому, а еще потому, что, собственно, изучать не Питон в рамках школьного курса довольно сложно. И учителя другие языки не очень хорошо знают, и учебники на это не сосредоточены. Получается, опять же, вот этот предпрофессиональный перекос, когда на рынок, даже не на рынок, а в вузы приходят ребята. Вот мне представители педвузов тоже говорят, что приходят ребята, мы их направляем на программу, там питон не нужен в этой программе, там нужно изучать, допустим, Java или C. И вроде бы они должны иметь об этом представление, но они его не имеют. И, конечно, важно, чтобы представления о тех языках, которые входят в ЕГЭ, были по всем языкам. Ну и, конечно, базово они должны быть у всех учителей. То есть учителя должны иметь представление о том, что такое программирование, хотя бы прочитать код на этом. Еще один вопрос — это баланс между курсом математики и информатики. Потому что не очень хорошо, когда мы в рамках информатики начинаем разбирать математические явления, еще не изученные в математике. Мы на это тратим время. И дети на это тратят силы. А лучше, если они будут алгоритм изучать, а это явление уже знают в математике. Поэтому, конечно, если программы будут немножко друг по другу подстроены, пусть даже там вот какие-то более сложные вещи из математики и не попадут в этот курс, но зато ребята лучше поймут алгоритм. При этом, раз уж есть возможность сделать учебник немножко вариативным, хорошо бы вот в конце предусмотреть возможности моделирования и применения информатики с точки зрения моделирования, потому что, как подчеркивают те люди, для которых вот нужны, как был упомянут, ученые, да, там важна постановка задачи не препарированной, не разобранной на кусочки, а вот такой, как она есть в жизни, да. И, может быть, вот там, в конце этого учебника, не нужно бояться, что на этапе решения этой задачи потребуется дифференциальное уравнение. Ну, потребуют, ну, не знают ребят, что это такое. Ну, вот изучат, да. Но те, кому это действительно нужно, а не вся масса. И последний вопрос – это то, о чем мы сейчас говорили, про то, что информатика является, ну, как бы, входом, входным местом для знакомства. А так ли это? Потому что мы говорим, что вот 5-6 класс, вроде бы можно изучать информатику, но вот у меня коллеги из РПП «Отечественный софт» провели исследование в Московской области в нескольких районах. В 6 классе информатика закрывается. То есть изучали раньше, теперь не изучают. Почему? Потому что пришли новые предметы. Мы понимаем, что образовательная программа – это оптимизационная задача. Если что-то прибыло, то надо, чтобы что-то убыло. Убирают вариативку, убирают информатику. Получается, что знакомство с этим миром IT получается уже после того, как дети ознакомятся с этим же миром, извините, в ТикТоке и в международных IT-проектах. А хорошо это? Хотим ли мы того, чтобы вот, международные компании обучали у нас детей этому? Не знаю. Вот. Вот такое. Да, ну и вот еще один момент. Это сейчас прошел эксперимент в Москве последние полгода подготовка к ЕГЭ, да, 11 класс. В целом Москва считалась, что очень эффективный процесс. Вполне возможно, что пойдет дальше. Может быть, при подготовке учебника, все-таки не каждый же год мы учебники переписываем, да, при подготовке нового учебника посмотреть на то, чтобы вот то, что нам нужно для профессионального курса программирования, как раз разместить в эти последние полгода, там, где ребята будут его изучать, точно, да, для того, чтобы сдавать ЕГЭ, а базовые какие-то элементы растянуть на первые полтора года, тогда, когда все обязанности. Потому что мы понимаем, что те, кто не будут сдавать ЕГЭ по информатике, они все-таки последние полгода будут изучать его, ну, выборочно, то есть те, кому сильно интересно. Спасибо. Вот такие соображения. Спасибо большое. Спасибо большое вам. На самом деле вы сейчас с позиции, ну, скажем так, работодателя озвучили, да, те пожелания к, вообще к предмету информатики, соответственно, к учебнику информатики. И затронули вопрос того, что желательно, чтобы учитель информатики владел несколькими языками программирования. Да, эта проблема очевидна, и мы как педагогический вуз с ней тоже уже столкнулись несколько лет назад. И вот прям в спешном порядке актуализировали учебные планы именно для учителей информатики и насытили дисциплинами, которые связаны с различными языками программирования. Там и про языки C, и Java. То есть мы постарались вот
как бы охватить вот эту линейку, которая сейчас как бы необходима. Поэтому наши выпускники нашего педагогического городского, они, конечно же, уже со знанием этих языков приходят в школу. Единственное, что просто мы не в состоянии покрыть, скажем так, вот все требования в кадрах школ, да, то есть запрос достаточно большой, мы выпускаем намного их меньше, их просто не хватает, этих учителей. Спасибо большое. Коллеги, у нас сегодня еще есть один гость нашего круглого стола, это Ирина Витальевна Левченко, которая у нас в Тимсе должна подключиться к нам. Ну вот какие-то помехи. Это доктор педагогических наук, профессор, человек, который много лет специализируется именно на теории, методике обучения информатике. Тот человек, который непосредственно работает со студентами, выводит их на практику и контролирует этот процесс. И знает массу вот этих учебников информатики. И еще на что хочу обратить внимание. Ирина Витальевна в свое время была автором тоже учебника информатики для 8 класса. То есть у нее вот такой вот опыт достаточно большой в этой области. Да, вот она демонстрирует как раз. Ирина Витальевна, пожалуйста, что вы скажете нам по тому, какой должен быть учебник школьный по информатике? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Конечно, вот так прямо ответить на вопрос. Какой будет учебник информатики, какой должен, это нереально. Я здесь соглашусь с Людмилой Леонидовной, которая сказала, что идеального пока и нету, и это дело будущего. Но, конечно, очень важно сейчас об этом говорить, чтобы мы определились с важными такими сущностями, которые позволили бы нас приблизить к этому идеальному учебнику. Я с удовольствием послушала коллег, уважаемых участников круглого стола, и действительно очень интересные мысли, и со своими идеями, которые, ну, по сути дела, наверное, не противоречат вот так кардинально, потому что я думаю, и вот круглый стол позволяет как раз нам договариваться, обсуждать и находить точки соприкосновения. Но на что я хотела бы обратить внимание, что наша школьная информатика имеет огромные традиции, и их терять нельзя. Информатика с 85 года не случайно называется информатика, а не компьютер сайенс, потому что мы все-таки стоим на наших китах ученых и школьных учебниках, которые они создавали. Фамилии известны, это Ершов, это Велихов, это Леднев, это Кузнецов Александр Андреевич, и ныне, слава Богу, здравствующие сейчас люди, которые тоже занимаются в этом направлении. И на что я хотела бы обратить внимание. Вот сегодня уже мы затронули вопросы, связанные и вот что должно быть в содержании. Предметные области постарались выделять, и то, что сейчас вот Людмила Леонидовна озвучивала. Я бы все-таки хотела обратить внимание на те содержательные линии, которые были предложены еще Кузнецовым Александром Андреевичем. И мне кажется, может быть, не прям вот именно в такой терминологии, более того, что мы несколько их меняем, да, терминологически, но все-таки идея в том, чтобы как-то выделить те содержательные линии, в рамках которого мы не теряли бы суть информатики, вот это очень важно. На что бы я хотела обратить внимание, что, конечно же, в рамках еще, вот, еще раз говорю, 85-го, уже в конце 90-х годов, мы уже определились, что все-таки в курсе информатики нас интересует, мы не удовлетворяемся грамотностью. Вот на что я хотела бы обратить внимание. Нам очень важно именно добиваться культуры, причем информационной культуры, которая, конечно, предполагает грамотность, определенную грамотность, в том числе функциональную грамотность, и грамотность в области теоретических основ. Но когда мы говорим о культуре, то это этические, эстетические компоненты, что очень важно. И вот говоря о том, что в каких классах, в каком объеме, в какой последовательности содержательно, я все-таки хотела бы обратить внимание, что поскольку мы находимся в рамках общего образования,
то кроме, вот и сегодня об этом мы говорили, что кроме прагматика деятельностного аспекта, это безусловно важно, выход, да, на конкретные какие-то вещи, на проекты, что нужно пощупать, потрогать, то, что будет актуально, это ясно, что кроме информационно-технологической составляющей аспекта, очень важно именно нравственно-аксиологические аспекты. И вот с этой точки зрения, на мой взгляд, ну, не только на мой взгляд, я надеюсь, то, что я сейчас вот услышала от участников круглого стола, что для нас очень важно именно формирование информационной культуры, формирование, развитие, которое насыщается, кроме знаний, умений, вот то, что я говорила, вот аксиологическими, ценностными, этическими, эстетическими аспектами. Вот это очень важно. И я тоже все-таки предложила бы не забывать то, что все-таки как корабль назовешь, так он и поплывет. Не случайно у нас информатика, а не компьютер-сайенс. И в этом плане я считаю, что надо как раз у нас, у российского процесса образования, Западу учиться. И мы здесь впереди планеты всей. То есть мы не стали рассматривать информатику, никогда не рассматривали, как околокомпьютерную дисциплину, а все-таки это достаточно фундаментальные составляющие у нас. И, на мой взгляд, вот сейчас очень актуально все равно это остается соблюдение вот такого баланса между фундаментальной и технологической составляющей. Потому что вот в область технологий уходить и усиливать без базы, без вот этих инвариантных, системообразующих знаний, мы упираемся в тупик. И не случайно до сих пор наши же вот школьники занимают призовые места и в рамках Олимпиады, и наши, ну как мы понимаем, умы, мозги достаточно ценятся. Это благодаря математическому образованию и образованию в области информатики, которое, ну, на мой взгляд, занимает лидирующее положение. Вот и говоря опять-таки о том, что информатика – это не только автоматизация, не только грамотная работа с современными средствами, как мы говорим, цифровыми средствами, хотя слово мне это не нравится, и не буду скрывать от вас, цифровой, то есть, ну, принято как-то сейчас так это говорить, и наш институт называется цифрового образования, но мне не близко это слово, сразу скажу. И возвращаясь, опять-таки вспоминая еще то, что предложил Кузнецов Александр Андреевич в рамках подготовки первых стандартов, там были такие содержательные линии, которые, на мой взгляд, еще раз, может быть, они объединены, несколько должны быть и так далее, но не потеряли своей актуальности. Это вопросы, связанные с содержательной линией информации, информационные процессы, потому что информатика – это в первую очередь именно предметная область, наука о том, как мы работаем с информацией, как человек работает с информацией, как он ее защищает, как он ее представляет. И более, продолжая это, конечно, безусловно, автоматизация с помощью современных средств, но все-таки информация и информационные процессы, которые, к сожалению, вот мы сегодня говорили уже о ЕГЭ неоднократно, не находят отражения никакого, да, в рамках проверки. И, наверное, это невозможно проверить. Тогда вопрос, а нужно ли вообще проверять вот именно только такой формой, да, такой тотальной формой единого государственного экзамена. Это вопрос, который сейчас педагогическое сообщество тоже поднимает. Но вот именно информация, информационные процессы очень важны и нужно освещать. И свойства, и виды информации, и как про, какие возможности по автоматизации, да, в рамках и искусственного интеллекта, технологии, связанные со системами искусственного интеллекта, продолжая, да, это важно. Кроме этого, представление информации, то есть тоже линия актуальна. Конечно же, ну как без алгоритмизации программирования, это занимает 20% нашего времени, это, безусловно, фундаментальная основа нашего курса, и это тоже должно сохраниться. Да? Но вопросы, связанные, кроме этого еще, моделирование, формализация, вот это я тоже слышала от коллег, это нужно, информационные технологии и социальные аспекты информатизации. На мой взгляд, вот эти все линии, они архи необходимы.
и о каждой линии не следует забывать. И тогда уже, отвечая на вопрос, что должно быть в содержании учебника информатики, на мой взгляд, вот как я с самого начала сказала, фундаментальная составляющая очень важна, потому что вот тоже коллеги сегодня говорили, знания устаревают, разные языки программирования, какой, почему, от чего. Как только мы поймем, зачем это нужно и что мы делаем с помощью информатики, сразу появляется ответ, в каком объеме и что необходимо. А с помощью информатики все-таки мы занимаемся социализацией детей в первую очередь. Это общая, да, школа, это старшая школа, да, предпрофессиональная последние годы, но я обращаю ваше внимание, не среднепрофессиональная, а именно общая школа. Вот это очень важно. И вот с этой точки зрения нам нужно, нам, разработчикам или те, кто участвует в этом процессе, думать о выделении вот этих системообразующих линий, да, то, что будет не устаревать, ну, я не говорю, что там поколение, это было бы смешно, но достаточно устойчиво. Это с точки зрения и психологической комфортности тоже, ну, правильное направление. Поэтому, на мой взгляд, все-таки очень важно вот именно этот баланс между фундаментальной и технологической составляющей. Безусловно, тоже коллеги правильно затрагивали вопросы, что сейчас, и я это тоже приветствую, есть у нас как инвариантная часть, так и вариативная в рамках внеурочной деятельности. Вот УПК сегодня вспоминали. Это правда, это действительно и 70-70-е годы УПК, еще можно вспомнить раньше, 66-го года факультативы были, в рамках которых ребята, которым было интересно, они могли знания углубить, расширить и так далее. И вот тоже коллеги говорили про учебник, что в учебнике необходимо, я поддерживаю, не только основной материал, но дополнительный, вспомогательный, где можно поискать, поинтересоваться и так далее. В чем проблема все-таки у нас, вот опять-таки, с нашим предметом? Во-первых, безусловно, что его надо определить правильно. Ну, правильно я имею в виду грамотно с точки зрения современного уже подхода. Но, на мой взгляд, я надеюсь, что я не одинока, все-таки речь идет именно не о компьютер сайенс, а о информатике. Не о математической дисциплине, опять-таки, а о информатике, которая имеет предметное содержание. То, о котором я уже сегодня сказала и поддерживаю то, что вот говорили коллеги. Очень сложно выделить инвариантную составляющую. И очень перегружены часто наш школьный учебник, вообще содержание обучения. Поэтому здесь на самом деле мы стоим еще только в самом, мне кажется, начале пути. Хотя многое сделано, и очень интересные вещи, и правильные. Вот, ну, например, любой учебник по информатике, который заслуживает внимания, в том числе вот и сегодня представитель Босова Людмила Леонидовна. Мы, кстати, со мной сегодня студенты, потому что у меня в рамках пары мы сегодня обсуждали этот вопрос, и я очень рада, что они могут это тоже послушать. Так вот, любой учебник уже начинается с вопроса, связанного с информацией. Если мы открыли бы учебник информатики, ну, лет 10 назад, там возможно было бы моделирование, модель, формализация, компьютер и так далее. Но сейчас уже есть такое вот определенное выстраивание. Но мы все-таки, на мой взгляд, находимся в самом начале пути. И нам, конечно же, нужно обязательно, во-первых, ну, я бы выделила вот какие, на мой взгляд, это первоочередные задачи, кроме того, что я сказала, вот это выделение инвариантности, сохранение, да, баланса с технологической составляющей. Все-таки, конечно же, необходимо устранение несовпадения между научной областью и школьным предметом. Но вот для этого, опять-таки, мы не должны обучать даже фундаментальным основам информатики в рамках школьного предмета. Мы должны, безусловно, выделять вот эту инвариантную составляющую, адаптировать, перерабатывать, и чтобы это было в соответствии и с возрастом учащихся. Но вот несовпадение, оно прослеживается. И здесь, опять-таки, на мой взгляд, вот этот фундаментальный подход, который позволит, с одной стороны, выделить вот эту инвариантность, но дополнить вариативностью, безусловно, то, что, о чем говорили сегодня коллеги, это необходимо.
Кроме этого, конечно же, необходимо дополнение вот, содержания как актуального материала, потому что должно быть исключением избыточного материала. Вот опять-таки я и со студентами это обсуждаю, потому что мы же доводим это до практики, до школы, конспект уроков, они выходят на практику. И настолько содержание урока информатики перегружено, что, по сути дела, это постоянно уроки введения нового материала, или, как мы говорим, сейчас любим говорить, уроки открытия новых знаний. А где у нас закрепление, где у нас систематизация обобщения, развитие? Это же все-таки правильно, вот Людмила Леонидовна сказала, что мы не готовим к жизни, а именно они уже сейчас живут, да? И урок – это жизнь. И вот здесь нужно социализировать, общаться, взаимодействовать. А когда содержательно перегружен предмет, ну это практически не реализовать. Поэтому вот как необходимо дополнительное включение того, что будет инвариантно, должно присутствовать, так и исключение избыточного материала, и это тоже необходимо обсуждать. Кроме всего вот прочего, то, что я говорила, понимание, что будет являться инвариантом, что будет являться вариативностью, тоже необходимо. Адаптация к возрасту, на мой взгляд, да, информатика должна изучаться, начиная с 3-4 класса в начальной школе. Но именно не с точки зрения там, логики, алгоритмики и так далее, а с точки зрения информатики, как вот я сегодня осветила, что там должно присутствовать. И, безусловно, мы не должны подчищать то, что дети уже где-то как-то вот научились каким-то образом и не обобщенный способ деятельности, да? А нам необходимы именно универсальные деятельности, действия, обобщенные способы деятельности. Ну и переработка, безусловно, этого материала должно присутствовать. Кроме всего прочего, это тоже я сегодня услышала, курс информатики сложен еще из-за того, что сильны не только внутрипредметные связи, межпредметные связи, вот мы сегодня говорили о математике, да, безусловно, но все-таки то, что до сих пор у нас информатика относится к предметной области, математика-информатика, на мой взгляд, не отражает современного состояния дел. Все-таки это отдельная предметная область, и объектом информатики, да, и предметом он отличается, не буду сейчас об этом говорить, это интересные вопросы тоже можно обсудить, от математики, от другого предмета. Поэтому... Извините, я могу вас перебить. Елена Витальевна, у нас просто время подходит к концу. Вы настолько подробно лишний раз убедилась, что вы методист прям с большой буквы. То есть все по полочкам нам разложили. Коллеги, у нас уже вот буквально тут две минутки осталось, но я хочу один вопрос все-таки. Тут их два поступило от зрителей из Ютуба. Один, я думаю, мы успеем с вами на один ответить. Значит, вопрос следующего характера. Что подразумевается под информационной культурой? Ну вот я думаю, это в рамках все-таки школьного курса информатики. Кто готов ответить? Ну, может быть, с вашей точки зрения. Ирина Витальевна. Опять Ирина Витальевна? Ну, поскольку я это говорила, да, информационная культура, я уже сказала, то есть это кроме знаний и умений в области информатики, это еще составляющая этическая и эстетическая компонента в соответствии с современным обществом, развитием общества. И поэтому, на мой взгляд, как раз вот именно мы должны сейчас говорить не о цифровой грамотности, как говорили о компьютерной грамотности, начиная с 1985 года, потому что в 1984 году под этим лозунгом была введена информатика в школах, да, с 1985 года, а все-таки о информационной культуре. То есть вот вопросы связаны с представлением, с анализом, с защитой информации, с большими данными. Да, это, безусловно, с точки зрения, в первую очередь, человека. Вот чтобы кратко именно таким образом. Спасибо. Хорошо, да. Пожалуйста, Андрей Леонидович. Прошу прощения, а можно проще ответить на этот вопрос? Конечно, Андрей Леонидович. Информатика состоит из двух частей. Первая – это, собственно, наука, программирование и так далее, алгоритмы. И это сфера услуг. Вот информационная культура – это пользоваться той сферой услуг, которой должен любой человек. Я считаю, это основа. Войти в YouTube, войти в Kaggle, войти в GitHub,
войти в Яндекс какую-то, то есть уметь жить в этой информационной среде. И для этого больших знаний об информатике не надо. Вот это и есть информационная культура, кратко. А все остальное это вот от лукавого. Спасибо большое. Коллеги, ну вот наш круглый стол уже по времени подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы проявили внимание к нашему мероприятию. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. И завершая, мне хотелось бы, чтобы вы, если это у вас получится, попробовали ответить на вопрос, какой учебник нужен сейчас, учебник информатики нужен в школе, буквально одним, ну может быть двумя словами. Получится, сможете? Ну, допустим, он должен быть электронным. Ну, вот только так и никакого бумажного носителя. Сможете сказать? Или это не вот подходит? Я бы хотела сказать, что прям четко надо разделять учебники для тех, кто хочет профессионально более глубоко этим заниматься, и вот минимальный уровень информационной грамотности, который просто каждому нужен, да? Mm-hmm. То есть это умение, то есть не просто куда-то заходить, но умение использовать информационные технологии в своей личной жизни, не только на работе, да, то есть это вот то, что всем нужно, да, в том числе, о чем говорили, информационная безопасность, это просто, конечно, надо очень хорошо знать, mm-hmm. и это надо обсуждать со школьниками. Спасибо. Все, коллеги? Одним словом, любой учебник должен быть интересным, учебник по информатике в первую очередь должен быть интересным. Согласна. Согласна. И вот Людмила Леонидовна говорит современным. Ну, понятно, в современных реалиях, конечно же, это именно тот предмет, который, ну, просто обязан быть вот на острие, иначе в нем просто нет смысла. Коллеги, спасибо большое, всем всего доброго.